Ну что же ты, Борюся, щенок всегда отличался неграциозностью и активными играми. У нас беда в домашнем мини-приюте собаки Семашка. Сегодня ночью наш Борюся неудачно прыгнул с тумбы. В итоге полный вывих тазобедренного сустава с разрывом связок. Всю ночь он проплакал так, что не спали все. Он всегда отличался неуклюжестью, возможно, из-за его лишнего веса. То полку оборвет, то все побьет. Игры всегда были у него активные, а он будто бы и не знает, какая у него тушка. То что-то цеплял всегда что-то, то сам упадет куда-то. Ну, так обычно и происходило. Утром волонтер Марина Бельдяева со щенком были уже в клинике. Сделали рентген. Хирург настоятельно рекомендует оперировать. В запасе у нас 5 дней, не больше. Иначе капсула начнет кальцинироваться, и собакина ожидает инвалидность. Операция стоит по предварительным подсчетам 6-8 тысяч рублей. Плюс реабилитация. Такой суммы в приюте в наличии сейчас, конечно же, нет. Дорогие друзья и неравнодушные люди, молю о помощи, времени терять нельзя, а хвосту через неделю будет всего только год от роду. Поддержите нашего Борюсю, очень позитивный и славный пацан, будем благодарны за помощь. Сейчас любые 100-200 рублей очень для нас дороги. Помогите спасти жизнь, говорит фактически и молит о помощи волонтер Марина Абельдяева. Сами понимаете, что еще нужно будет куча различных лекарств. Пока конкретики ветеринар ничего не говорит, потому что все дальнейшее лечение зависит от того, проведем мы сейчас операцию или нет. И тогда либо пожизненное поддержание, либо период восстановления после операции. Вот такие не очень веселые новости.